Всем привет, с вами Grow Brothers, меня зовут Борис. Сегодня день начался очень необычно, мы получили посылку, пока что непонятно, что в ней. Давайте с вами вместе устроим анпакинг, посмотрим, что нам прислали. Такая небольшая картонная коробочка, я боюсь тут повредить. Ну, по весу, наверное, там килограмм с небольшим. Ух ты! Здесь покемон! Это что за покемон? У которого из спины растет венерина мухоловка. Отличный подарок. Здесь какая-то еще бутылка с жидкостью. Полив через поддон дистиллированной водой раз в два дня. Кормить мухоловку специально не нужно. Если хотите ради интереса осуществить собственноручное кормление, то подойдут небольшие и обязательно живые мухи или комары. Не рекомендуется часто воздействовать на ловушки и захлопывать их. Растение тратит на этот процесс силы. Ну, от пары-тройки демонстрационных, так сказать, захлопываний ей, конечно же, ничего не будет. Так, давайте осторожненько. Здесь я, как вижу, располагаются вот эти ворсинки. Соответственно, это, скорее всего, чувствительные волоски. Оп! Шпанкс! Вот и все! И муска попалась! Вообще, я думаю, посадить бульбозавра под тысячно-ваттный днат, раскормить его удобрениями, чтобы у него были вот такие вот огромные лопухи, которые будут просто схлопываться и есть птиц. Будем периодически выкладывать с ним фоточки, чтобы вы могли следить за его жизнью. Но посмотрите, какой он миленький. Заходите на наш сайт growbrothers.ru, подписывайтесь на наш инстаграм-канал, там много интересной и крутой информации. Также мы сейчас запускаем TikTok-канал, там будем проводить викторины, розыгрыши, обзоры товаров, и будет море фана. Все ссылки будут внизу в описании. До скорых встреч, пока!